Ну а если ты любишь смотреть видосики на ютубе, тогда обязательно ставь лайкосик за 3 секунды и считаю. Раз, два, три. Привет, ребятки, меня зовут Алексис, и мы сегодня поиграем с вами в игрушку Monster Cards. И перед тем, как начинать, давайте-ка мы зайдем и посмотрим на наших монстричков, которые у нас есть и которые нам предстоит открыть. Ну, круто, круто. Что ж, давайте тогда будем, в принципе, начинать, и наш парнишечка побежал. Естественно, нам нужно собирать денежки, а также выбирать какие-то карты. Ребят, ну, я вижу то, что одни карты дороже, одни карты дешевле, да, то есть меньше стоит. Поэтому давайте-ка мы будем выбирать самые дорогие карты, и нам получилось выбрать троих одинаковых персонажей. И что теперь? Так, сейчас игра предлагает нам выбрать карту. Допустим, вот эту вот. А, и происходит сражение, я понял. Так, теперь моя очередь, выбираем, ну, такую же карту. Наш противник выбирает свою карту, и мы проиграли? Серьезно? Давайте-ка мы тогда еще разочек выберем нашу карту. И на этот раз, ребятки, мы с вами одержали победу. Мне кажется, что, в принципе, я понял суть этой вот игры. Нам нужно собирать деньги, выбирать максимально крутые карты и потом с помощью этих карт сражаться. Давайте тогда, ребятушки, будем немножечко новых персонажей выбирать. Да, пускай они не такие сильные, но я хочу, чтобы они были у нас, по крайней мере, разные. Также я вижу здесь какую-то золотую карту, ребят. Мы с вами обязательно ее откроем на чуточку попозже. Так, а сейчас мы, наверное, выберем вот этого вот персонажа. Персонажика, и мы его одолеваем. Отлично, теперь, ребятки, мы выбираем вот этого вот персонажика нашего, и, к сожалению, мы проиграли. А в третьем бою, ребятки, кто выиграет? Ой-ой-ой-ой-ой, в третьем бою, ребятушки, мы с вами тоже проиграли. Ну что могу сказать, ничего страшного, мы иногда выигрываем, иногда проигрываем, но я вижу то, что у нас достаточно денег, чтобы прокачать себе персонажа. Давайте-ка мы прокачаем вот этого вот первого персонажика. Также я посмотрел несколько реклам, и мы можем, ребятки, прокачать еще следующего персонажика, вот, допустим, вот этого вот призрака. Я, ребятки, вижу то, что призраков мы можем здесь выбирать, конечно же, и они уже будут однозначно побеждать в противостоянии. Так, теперь давайте-ка выберем вот этого паренька, и еще нам, наверное, нужно выбрать точно такого же самого. Ребят, я уверен на 100% в то, что когда наш призрак будет сражаться, он однозначно выиграет. Так, противник выбирает своего, блин, бойца, а мы выбираем своего бойца, и мы, ребятки, сразу проигрываем. Вот это, конечно, печально. Так, ну давайте-ка мы выберем тогда вот этого вот нашего крутого бойца. Естественно, мы выигрываем. А сейчас я хочу, ребятки, открыть вот эту вот золотую карту. Вау, ребятки, посмотрите, какая у нас появилась карта. Это какой-то мега мощный дракон, и, естественно, мы одержали победу. Ну, конечно же. И нам стал доступен, ребятки, новенький персонажик. Я предлагаю сразу его прокачать. У нас, в принципе, для этого имеется достаточно денежек, чтобы он был немножечко посильнее. И побежали, побежали, побежали. Так, он у нас 53 уровня. Ну, то есть, вот пауэр у него 53, поэтому мы обязательно, ребятки, здесь должны выиграть. Так, вот еще 53. Отлично. Ну и, в принципе, ребят, так получится, что мы с вами выберем себе слабенького одного персонажика. Кстати, кто еще не успел поставить лайк, обязательно ставьте и подписывайтесь на мой канал, ребятки. Так, мы выиграли в этом противостоянии. Выбираем такого же самого паренька и... Чего? Мы проиграли? Серьезно? Ну и чтобы не проиграть, мне пришлось снова, ребятки, смотреть видосик. Да, я думаю, что игра специально так вот рассчитана, чтобы как можно больше смотреть роликов. Ну да и ладно, главное, что мы, ребятки, одержали победу. Так, каких тут мы еще частенько персонажей встречаем? Вот таких вот, поэтому давайте-ка мы их тоже прокачаем, естественно, до второго уровня. Очень хорошо. И теперь у нас очень много персонажей, которые прокачаны до второго уровня. Ребят, я думаю, что на этот раз мы должны с вами уже выиграть без всяких там реклам. Так, потому что действительно вот все персонажи, которых мы выбираем, они уже более-менее сильные. Так, хорошо. Ну, в принципе, наши противники тоже как бы увеличиваются. Ну и, в принципе, сила наших противников тоже-то увеличивается. Так, 47-57. Отлично, мы выиграли. Теперь, ребятки, в решающем бою давайте-ка мы вот так вот сделаем. И, блин, наш противник вызвал персонажа, ребятки, посильнее нашего, но сейчас, ребят, наш персонаж сильнее, и нам удалось выиграть. Отлично, даже несмотря видосик. Я поднакопил достаточное количество денег, чтобы прокачать, ребятки, вот этого вот персонажика до третьего уровня. Так, еще разочек, и смотрите, что у нас получается. Вот такая вот замечательная птичка. Знаете, почему именно его я хотел прокачивать? Потому что, стоп, я же его здесь видел.
Это что за обман? А, вон, он дальше. Эта птичка появилась немножечко дальше. Это очень хорошо, ребятки. Так, выбираем ее. 62 силы у нее имеется. Это значит, что, ребята, она очень и очень сильная. Также я хочу выбрать еще вот эту вот последнюю карту. И я думаю, что мы снова без рекламы, ребятки, с вами сможем выиграть. Так, давайте-ка тебя мы бросаем. Отлично, победа. Стоп, в смысле я проиграл? Так я же выиграл, по идее. Так, 52 против 56. Чего, блин? Мы проиграли? Снова? Ребятки, ну я посмотрел ролик, чтобы возродиться, и у нас появилась вот такая вот карта. Дополнительная плюс. Так, стоп, погодите, я не хочу ее выбирать. Я хочу выбрать вот эту вот карту, потому что мы и так здесь выиграем. И так, наша очередь. Естественно, против этой карты, ребятки, никто не справится. Поэтому вот мы одержали победу. Да, но все равно мы второй раз проиграли, ребят. Хотя мне казалось, что если у нас такие прокачанные бойцы, то мы просто, ребятки, не можем с вами проиграть. Так, ладно, давайте-ка мы прокачаем тогда... О, у нас тут еще пчелка какая-то новая появилась. Да, ребят, я забыл вам показать. Это новый персонажик. Мы ее выбираем. Давайте-ка, может быть, даже еще разочек ее качнем. Так, все, хорошо. Так, нам нужно вот идти вот сюда, вот, 61 уровень. Потом мы выбираем призрака. Затем, ребятки, мы выберем... Ой, а почему здесь так много карт? Давайте-ка тогда мы вот эти вот карты выберем. Теперь вот эти вот. Чего, блин? Здесь у нас будет 5 сражений. Кстати, если эта игра тебе понравилась, то пиши об этом в комментариях, и я обязательно в нее еще сыграю. Так, в первом раунде, конечно же, мы одержали победу. Теперь, ребятки, наша очередь. Давайте-ка мы кинем вот такого вот паренька. Снова победа, отлично. И теперь ход нашего противника. Ну, давайте-ка посмотрим. 52 против 61. Естественно, ребят, 3 из 3. Мы с вами одержали победу. Ну что ж, давайте-ка посмотрим, что мы еще можем здесь прокачать. Может быть, давайте-ка мы будем прокачивать все-таки нашу пчелку. Вот, я хочу докачать ее, конечно же, до максимального уровня. И мы с вами обязательно это сделаем, но, наверное, через уровень. Так, теперь мы выбираем тебя. Хорошо, снова выбираем нашу птичку. Очень плохо то, что, знаете, вот эти вот одинаковые монстры, они не объединяются. Да, было бы, конечно, круто, чтобы они объединялись. Так, и, конечно же, ребятки, на десерт выбираем нашу птичку. Хотя очень печально то, что, ребятки, здесь не было, знаете кого? Ой-ой-ой-ой, здесь все слабые, ребятки, здесь все слабые. Ёшкин кот, проиграли. Капец. Ну, давайте-ка мы выберем, может быть, тебя, может быть, мы хотя бы здесь выиграем. Снова проиграли, ё-моё, как же печально. Так, 55, 63, естественно, мы здесь выиграли, ребятки. Так, моя очередь. Последний шанс, ребят, последний шанс, чтобы выиграть, и мы снова проиграли. Мне снова пришлось смотреть видосик, чтобы возродиться, ребят. Я думаю, что на этот раз уже мы должны с вами, в принципе, одержать победу, я прям уверен в этом. Давайте-ка кидаем вот эту вот птичку. Так, так. Почему мы проиграли, если у нас было больше силы? Так, теперь наш противник бросает свою птичку. Мы снова, ребятки, выигрываем. И нам заново нужно смотреть рекламу, чтобы выиграть. Потому что вряд ли, ребят, мы сейчас тут выиграем. Но давайте чисто рискнем. Хотя да, я рискнул и, в принципе, одержал победу. Ну что ж, друзья, я думаю, что в первую часть я на этом буду заканчивать. Кому понравился этот ролик, обязательно подписывайтесь на мой канал. Ну а с вами был я, Алексис. Я желаю вам всем удачки и пока!